Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я занимаюсь безопасностью дорожного движения. Хотелось бы вас познакомить со своим новым автомобилем Kia Optima. Честно скажу, был выбор между Toyota Camry и Kia Optima. И Kia Optima больше привлекла своими формами кузова. Выглядит как спортивный автомобиль, при этом комфортабельный. Также хотелось бы отметить дерзкую решетку радиатора. Скажем, не как у всех. Но мне очень понравились фары, так как они стоят здесь LED. Я люблю далеко покататься, скажем, по области. А для этого хорошая освещенная дорога. В автомобиле большой багажник. Очень понравился салон. Комфортабельный, кожаный, с подогревом. Также мотор. А здесь установлен 2.4 атмосферный двигатель. 6-ступенчатый автомат. Старый, надежный, так скажем, не какие-то ДСГ. Мой стиль вождения зависит от ситуации, смотря куда я еду. Сколько у меня есть запас времени. Я могу ехать и медленно на этом автомобиле, могу ехать и чуть побыстрее. Автомобиль управляем и дает возможность и резко ускориться. Также дает возможность плавно ехать. Машина стоит своих денег. Хороший внешний вид, стильный автомобиль, достаточно богатое оснащение. Бизнес-классом я считаю автомобиль комфортабельный, резвый достаточно на дороге, комфортный, с хорошей шумоизоляцией, ну и, естественно, как лично для меня, с хорошей музыкой. Kia Optima стал для меня надежным другом, в котором я уверен, что на этом автомобиле я не встану где-то на дороге.